Здравствуйте! Интернет-магазин Aquazon.ru хочет представить вам новые гусиные лапки. Гусиные лапки теперь мягкие и совершенно из другого материала. Вот были старые лапы. Это показано на гусе живое перо 3D. Они не стали меньше. Они стали более мягкие, в отличие от этих, и не крутится на сильном ветру, когда их разбалтывает. Ну, сейчас посмотрим, как это выглядит вживую. Старые лапы, новые лапы. Новые лапы при перевозке хранятся внутри гуся. Также легко вставляются, легко вынимаются. Все то же самое, только теперь при сборке одно движение и лапы убрались внутрь. Расставляете, одно движение и все. Как обычно, напомним, что нужно сделать, чтобы гусь расправился. Надо, когда дуешь, немножко помять. Все, такие лапки только в aquazon.ru. Будьте внимательны, остерегайтесь подделок. Удачи вам!